Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня очередной тест очередного героя против других, то есть без максимальных прокачек, без там мега донатов, просто обычная сборка. Сегодня мы будем с вами тестировать ледяху, только необычную ледяху, Ас СО. Можно с ремкой, конечно, чтобы он сразу включился. Давайте попробуем ремочный вариант, то есть один на один. И попробуем. Где там мое СО? СОС из СО. То есть другой вариант. Таблетки первые, то есть никаких особо привилегий у героев нет. Сила на аккаунтах одинаковая. Сотый прорыв и все. То есть это самый оптимальный тест, какой герой против какого тащит, потому что если уже ставить чары, то там можно сделать с любого героя имбу. Такс. Окей. Окей. Есть вот такая вот сборка у нас, ничего лишнего нет. Фрагментации нет, питомцев нет. Первая таблетка. То есть он тестируется на первой таблетке. Поехали на второй аккаунт. Сейчас я обратно разверну героев, так чтобы они были как раньше. Где-то приблизительно так оно все было. Такс. Можно даже немножко ближе поставить. Поехали. Ставим такую сердцеедку. Интересно будет посмотреть. Ронина бессмысленно ставить, он уходит в инвиз. Так, Рину. Бигфут. Как видите, герой ССО. Интересно, что сейчас ремочный сможет он сделать. Так, Седну не ставим, ставим побашку. Седна у нас будет в конце. Окей. Поехали. Посмотрим. Вариант у нас свой, как видите, как он далеко достает, надо дальше выпускать. Так, интересно. Ну, неплохо. С СО, как видите, еще живучий он стал. Сейчас придется на Рину, наверное, скорее всего, перезапускать. Но все равно не хватает у него дамага, получается, в такой сборке. Не особо он дамажный. Он даже с оживой Рину не затащит. То есть, как видите, у Рину отхил больше. 26 тысяч. То есть, Рина ему не по зубам. Однозначно. Так, у нас сборка с СО. Ну, интересно, ремочный вариант. Сразу же проверим. Интересно просто проверить на сердцеедке. Вот он сразу включился. Ремка дает атаку, что немаловажно. То есть, если была бы пятая ремка, это одно. А тут у нас восьмая. Смотрим. Ну, это опять же, это временное действие. Так, до половины слил. Ну, дальше на второй заход хватит или нет? Не, все. Не канает. В общем, против Рину однозначно нет. Давайте дальше. Попробуем уже такой ремочный на Бигфута. Но Бигфут получает... Не, не вариант. Бигфута с таким... Не сольет. Бигфут ушатал. АПБшка. Как видите, СО, вот реально СО на многих героях просто тупо их вытаскивает. ПБшка, мне кажется, сейчас его просто разнесет. Жесть. Давайте вернем. Попробуем еще такой вариант.
Ну, смотрите, что рубашка делает. Вот он только включился, но это все равно не спасает. Против процентуальных героев он не будет тащить. То есть, как видите, очень многое решает у героев именно аугментация и то, какие вы чары и созвездия ему поставите. Потому что от этого очень многое зависит в дальнейшем. Сейчас он получше стоит, конечно, но опять же толку никакого. Просто тупо. По чуть-чуть, постепенно Бигфут разбирает. Ну, издали башку сносит. Зона атаки, видите, какая. Поэтому это, опять же, это еще одно доказательство того, что этот герой не для соло один на один. Он против пачки. Так, окей. Наставлять ему каких-то чар, ну, я вам и так показываю, какие чарки кому ставить. Вы смотрите видос, я вам показываю сущность героя. Мы здесь определяем, тащер он, не тащер. Есть герои, которые тащат и соло, и против пачек. Но, к сожалению, соло один на один он пока не вывозит. Вольт. Анубис. Блин, надо таких ставить, чтобы не заряжались. Его зона атаки большая. Сейчас будут его сносить. Смотрите, что с ним рогатка делает. А рогатку он тоже не убьет. Хоть он не получает от отражалки. Хотя, посмотрите, он неплохо, неплохо. Но рогатка будет отхиливаться за счет приспешника. Постепенно сносить. Видите, отхилился, отхилился. Не вариант. То есть вообще не вариант. Хотя я ожидал, что он будет просто тупо ушатывать. Даже тут достает. Ну, Вольта ушатал. Интересно, что будет с Анубисом. Ну, смотрите, сейчас ворожай включится. Не, Анубиса он тоже, думаю, он не ушатает. К сожалению, не сможет. Интересно будет посмотреть на это. Давайте изначально попробуем сейчас ворожая шатануть. Так, отлично. Вот вам урон по ворожая. То есть нереально. Ворожая сложно убить. Даже с заморозкой он просто сейчас себя отхилит. Если бы у него кулдаун меньше был, возможно, да, возможно, он бы и тащил. Но, как видите, ворожай себя на фул отхиливает. Давайте уберем. Давайте вот ради интереса. Взгляну, или у меня есть. По эмблемам что-то интересное на урон. Вот есть. Девятый пакт. Смотрите, насколько разница сейчас у нас будет. Давайте даже так. СУ плюс пакт против тех же самых героев. Вот сейчас ему только стоит включиться, посмотрите, насколько разница у нас. То есть мы добавили, ну конечно, мы добавили прилично урона. Ну вот, 80к, то есть в таком варианте, да, можно сказать, он будет тащить, он будет всех разносить, но в плане универсальности, как видите, против героя он не будет так особенно тащить.
То есть для этого, ну, на героев остальных можно тоже, в принципе, пишите в комментах, хотите, будем накидывать. Эмблемки. Ну, это будет уже, знаете, такой тест. Эмблема на эмблему, кто первый включится. То есть тут варианты разные бывали. Тут интересно именно посмотреть, кто же все-таки тащит он или не тащит. Потому что с любого героя можно сделать обалденную конфетку. Вот как вот здесь. Посмотрите, он его просто ушатывает, да. И то Анубис его, наверное, снесет по чуть-чуть. Так, окей, убираем эту дичь. Это очень круто с таким уроном бегать. Так, поехали обратно. Выставляем следующих героев. То есть, как видите, против СО такой сборки с СО он тащить не будет. Конечно, если вы сделаете ему прорывы, возможно, будет поинтереснее. Я вам эту картинку показывал уже в тестах героев на максимальном прорыве. Но в реальности для бездоната это немножко, к сожалению, нереально. Так, давайте следующий героев. Стрелок. Стрелок, мне кажется. Или стрелок, давайте кого-то другого, потому что стрелок сейчас его шатает. Вот берем Афину. Берем Махатму. Ну, ледяха на ледяху. Я не знаю, бессмысленно тестить. Неинтересный бой будет. Вот такой вот вариант. Поехали. Ну вот Афина ему ничего не может сделать. Афину он ушатывает. Вот Махатма, смотрим. Махатма, в принципе, должна с отхила себя сейчас вытащить. Даже при том, что он заряженным подлетел. Она с каждого отхила, посмотрите, насколько она его ушатывает. Вот так вот. Без вариантов даже. Так, интересно, Бугич. Бугич имеет оживку. Смотрите, что он делает. Один на один, но у Бугича преимущество то, что у него ожива. То есть Бугимен реально его раздаст. Ну и последний вариант. Роза. Кстати, ну Розу он не убьет. Розу очень многие герои не убьют. Она реально просто будет шатать, она себя отхиливает. То есть против Розы даже, мне кажется, и Фрея не будет тащить. Конечно, все зависит от того, еще раз говорю, где вы будете героя использовать, какие локации. То есть вариантов очень много, какие вы чарки поставите. Для этого смотрите другие обзоры. Тут мы тестируем именно, как герой себя покажет против других. Так, Космо. Космище. Ну что, попробуем Фрея. Асса. Мне кажется, он вряд ли кого-то вообще затащит. И землеройка. Такой вариант попробуем. Блин, так, чтобы не доставал он всех, конечно, было бы неплохо.
Так, вот тут интересно, кто первый включится. Включился Космо и просто тупо разнес. Ну, у Космо явно намного больше урона. Он его еще и зарядил. То есть тут без вариантов. Против Фрейя, думаю, тоже Фрейя должна, наверное, сейчас его просто... Хотя, посмотрите, что делает. Ну, кстати, сейчас будет заряжаться, и мне кажется, он Фрейя вынесет. Вот так вот. Минус Фрейя, ребят. Вы говорили Фрейя имба. Ну, давайте еще разок. Мне интересно просто стало еще повторный тест. Посмотрите. Насколько разница прорыв дает каждому герою совсем другую прокачку. Посмотрите. Все, второй я этот, и она ничего сделать не может просто. Так. Пробуем против Ассы. Так, мы там задели Фрейю. Интересно, интересно. Очень интересно. Так, надо выбирать. Давайте попробуем землеройку сейчас. Пойдем на землеройку и берем остальных. Потому что, как видите, зона атаки нереально большая, он мешает. Мне тут интересно, если землеройка хоть раз включится, что-то сможет сделать? А землеройка нифига сделать не может. Землеройка не может накинуть свой щит. Вот так вот. Неожиданно. Хотя я ожидал, что землеройка все-таки шатанет. Нифига. Не смогла. Вот так вот. Интересно, интересно. Так, давайте сюда поставим кого-то другого, кого мы тестили. Хрона. Попробуем чем подальше убрать. Давайте тут поставим, кто там у нас еще остался. Свален, там командору выставим. Командору, в принципе, можно поставить сюда. Попробуем вот так вот растянуть всех. Так, тестируем против Аса. Один на один. Просто интересно, кто кого. Аса шатает. Не дает просто тупо зарядиться. Прикольненько. Свален. Мне кажется, Свален на него шатает. Свален будет разносить. Свален поярче. Плюс ожог. Девятый. Плюс отхил. Не вариант. Хотя. Тут что-то не Свален хилится. Можно даже не пробовать. Пробуем против Хрона с огненкой. Кстати, интересно, он не будет сливаться на огненький, когда включен, а вот обычным ударом он будет сливаться. Интересно, интересно. Ну, жесть. Рона затащит или нет? Ну, чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Давайте еще разок тестик, где-то на равных причем. Мне кажется, если бы на нем стояла не СО, хотя урненько максимальная нужна, он бы затащил. Мы сейчас посмотрим. Смотрите, как они вдвоем разгребают его. Вот именно... Не. Все-таки Хрон посильнее будет. Отражалка.
Ну и командорка. Поехали посмотрим. Кто кого. Да он фигню вообще командоре наносит. Посмотрите на это. Это просто жесть. Но пока вроде идут на равных. Сейчас посмотрим. Не, все-таки командора должна затащить. Чуть-чуть не хватило. Давайте еще один тестик. Вот здесь хорошо пошло. Один-один. Да, все-таки 1-1. Тут как-то не так идет хорошо, как там изначально. Командора, короче, тащит, ребят. Может и нет, ну. Интересно, интересно. Не, все-таки мне кажется, командора сейчас его затащит. Ну, все-таки он затащил. Да уж. Ну, поехали еще стрелка затестим, кого мы там еще не тестировали. Стрелок, Седна. Надо еще по одной таблетке докачать, чтобы быстрее выставлять героев. Такс. Вот такие вот, ребятушки, пироги. Нежданчики. Интересно, на 20-х прорывах что будет у нас, что поменяется. Так, осталось у нас Седна. Я думаю, он ее вряд ли ушатает. Вы заодно можете посмотреть, какие топовые сборки для героев, чтобы они шатали. Не, он ее не пробьет. Она себя хилит. Он неоднозначно не будет убивать героев, у которых есть отхил. Давайте пробуем еще стрелка. Ну что можно сказать, неожиданно. Землеройку ушатал, Фрейю ушатал, остальных. Вольта ушатал, но остальных как-то так, знаете. То есть его основная задача в тиме — это заморозить. Конечно, можно сделать сборку на домах лютую, но это герой будет на один выстрел. Мы тестим. На, скажем так, на нуба прокачках, какой же все-таки герой будет тащить. Ну, поехали. Мне кажется, стрелок должен потонуть. Хотя, посмотрите, что он делает со стрелком. Как-то неожиданно. По идее, стрелок не должен его станет, не дать вообще зарядиться. Но за количество орнитоптеров все просто изи. Наполовине. Вот так вот. В принципе, все, ребят, что можем сделать, какие выводы по поводу героя. Герой действительно классный, универсальный, но опять же все зависит от того, где его применять. Один на один он не тащит, против пачек он будет тащить, потому что он будет их замораживать, другие герои будут добивать. Но уже есть зефирка, которая имеет иммунитет к этому. Поэтому тут такое, знаете... Непонятно, что же все-таки лучше идеи использовать, но видно сразу, где герой тащер, где герой не тащер и против кого его можно использовать, где он поможет. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.